сестра. Добрый вечер. Мы начинаем наше выступление в этом замечательном новом клубе Алексея Козлова. Совершенно неожиданно новый и совершенно замечательный. Так что я поздравляю прежде всего тех, кто, чья это заслуга, которые выбили это замечательное здание и вымучили это все дело и сделали совершенно замечательную концертную джазовую площадку. Это прежде всего, конечно, заслуга Арайка и его, всей его команды. Сегодня у нас, да, это стоит аплодисментов, это правда. Потому что, конечно же, прошлый клуб был, нельзя сказать, что плохой, но здесь, конечно, лучше гораздо, здесь и выше, и воздуха больше, и как-то вот так вот. Итак, мы сегодня начинаем концерт. Наша программа сегодня посвящается Николу Паганини, его творчеству, его незаурядной личности, его интересным находкам. Также мы будем дополнять, я буду рассказывать, что это за находки, что нам удалось найти, что ему удалось найти 200 лет назад, в общем. Если бы, наверное, была электроника 200 лет назад, он, конечно же, это все бы использовал. Также, в общем, то, что он наверняка бы писал музыку и кинофильмам, если бы он очень любил театр. Скажем, первый концерт Паганини, это первый его концерт, это прямо театральное действие настоящее. Не говоря уже о его вещах, которые он писал на темы Пальпити и прочее, в общем, Россини, Верди. Итак, мы начинаем. Первая композиция называется «Вечное движение». Тема не Паганини, а тема Иоганна Себастьяна Баха, но, тем не менее, энергетика и идея заложена немного другая. Thank you.
Кристина Джара, фортепиано. Павел Прокимов, контрабас. И Петр Талай, ударный. Следующая наша композиция называется «Дождь». Сейчас погоди. Thank you.
Интересная композиция, такое посвящение. У нас было погодение посвящение. А сейчас посвящение такому, скажем так, зоопарку. В Америке Херби Хэнкок посвятил одну композицию хамелеону. А наш ответ русский ответ. Крокодилу. Следующая композиция называется «Крокодил». Thank you.
Ходили у меня немного по игре. Всякое бывает. Сейчас мы немного сменим тему. Тоже. Ну, погонение это мало отношений имеет, но все-таки. Сейчас мы сыграем джазовый стандарт Джанго Рейнхарда. Называется «Свинг Жетан». Такое бывает обычно. Сейчас мы обращаемся снова к теме Паганини. Сыграем композицию, написанную на его знаменитую тему Кампанеллы.
же Павел Трофимов, Петр Ковалев. Мы сделаем небольшой перерыв, и дальше во втором отделении будем продолжим общение с Паганини. Второе отделение начинаю я один. Сейчас я сыграю мою фантазию на каприз Паганини номер 2. А теперь наши коллеги Петр Толовой, Павел Прокимов, Алексей Наджаров. И исполним мы очень такую страшную композицию, которая называется «Метро», посвящается на московскому метрополитену. Thank you.
Это, конечно, поймут только те, кто на метро ездит. Вот Петя каждый день ездит. 4 раза говорит. Вот. Говорит, что у него таких ассоциаций нет, но тем не менее. Thank you.
Московский митрополитен вот такой. Дальше Паганини. Ну, я не знаю, можно ли это назвать Паганини, но это тема Паганини из 12-го каприса, причем взята буквально только полтора такта темы. И сделана очень интересная композиция. Вот все считают, что Паганини дьявол, получеловек без, я не знаю, кто там еще. Но здесь, по-моему, он представлен как совершенно абсолютно человечный и очень, очень порядочный, очень интеллигентный человек. Итак, композиция называется «Сон».
Называется «Бак фантазия», написан на тему части из семинорной партиты для скрипки соло Иоганна Себастьяна Баха. Thank you.
компании и каприз номер 10. Thank you.
Алексей Меднарук. Ну и также без самого главного 24-го каприз «Освободись» на таком концерте. Итак, Никола Паганини, «Фантазия» на каприз номер 24. Thank you.
С удовольствием делаем рассылки, когда они происходят. Вот. Не, конечно, не на рояле царапать, а просто положить какие-нибудь бумаги из каких-нибудь. Так что и заходите на наш сайт valianjazz.ru, где можно узнать о наших новых новостях, анонсах, концертах и, в общем, прочее интересное, в общем, скачать нашу музыку. И, в общем, поделиться всякими своими ощущениями от концертов, от выступлений и от наших записей. Вот так что милости просим вас. Тематика зоопарка. У нас был крокодил, а теперь мы сыграем хамелеон. Thank you.
Спасибо. Алексей Наджаров, Павел Прокимов, Петр Станалай и Денис Шульгин.